Сегодня в меню – холостяцкий суп. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Морковь 1 штука. Картофель 3 штуки. Вода горячая 1 литр. Лук репчатый 1 штука. Соль 0,5 чайных ложки. Масло растительное 30 мл. Вермишель 120 грамм, быстрого приготовления. Зелень 2-3 штук, зеленый лук, укроп или петрушка. Суп готовится буквально за 20-25 минут и подается к столу с хлебом, сухариками, майонезом или сметаной любой жирности. По желанию овощи можете и не обжаривать, но тогда первое получится менее наваристым, более постным. Подготовьте указанные ингредиенты. Овощи очистите от кожуры и промойте в воде. Промытый лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на терке с мелкими ячейками, или как и лук, нарежьте мелкими кубиками. Отпассируйте прямо в кастрюле в растительном масле до румяности, около 3-4 минут, включая умеренный нагрев. Картофель нарежьте средними кубиками и добавьте в кастрюлю к обжаренным овощам. Влейте воду, всыпьте соль и специи от вермишели, отварите суп примерно 15 минут. Затем разломите в руках вермишель быстрого приготовления и добавьте ее в емкость. Отварите еще 5 минут, добавляя в самом конце немного измельченной свежей зелени, зеленый лук, укроп или петрушку. Попробуйте суп на вкус, подкорректируйте при необходимости. Затем разлейте в тарелки и подайте к столу. Холостяки любят суп с добавлением в него майонеза при подаче. Холостяки не сильно заморачиваются с приготовлением еды, за всех не говорю, поэтому суп не содержит мясные или колбасные продукты. В нем лишь необходимые овощи и вермишель быстрого приготовления, а также специи, соль. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видеорецепты. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо.